Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ ивановского трикотажа, очень крутой заказ из интернет-магазина «Любимый Василек». Итак, поехали. Внутри пакетика еще один пакет, сейчас я им пошуршу, распакую и будем смотреть. Сразу взяла накладную, буду вас по ценам ориентировать. Так, первое — это шторы. Мне так понравились шторы в Васильке, они такие бюджетные и такого классного качества, и такие плотные, что я заказала еще. 260 на 145 размер я выбрала, у меня длина штор где-то 250, поэтому я их сама подошью. Это шторы в детскую. Я подобрала здесь все в одном стиле, все так красиво, вам покажу обязательно. Так, материал из рогожки эти шторы, полоса ментол называется. И стоят они 1396. Это очень скромная цена для штор такого качества. В прошлом видео, когда я покупала шторы в Васильке, мы сравнивали их с теми, что висят сейчас у меня. Только эти стоят 15, а здесь 1300, и разницы практически никакой. Есть безумно красивые расцветки, есть однотонные, можно собрать себе... такие шторы, что закачаешься за бюджетную цену. Так, распаковываем. И вот как они выглядят. Смотрите, какая классная расцветка. Потрясающе, очень стильно. Сейчас полоски, кстати, в моде и в интерьере, и в шторах, и в принципе во всем. Поэтому я именно на них остановила свой выбор. Две прихваточки здесь в комплекте. Они уже сшитые, вот такие вот две кругленькие. Вот такие. Две прихватки. Можно с прихватками, можно без, как вам нравится. Так, и сами шторы. Они такие плотные. То есть, что нужно? Чтобы свет не особо пропускали, да? Мне, например, с детьми. Поэтому я выбираю себе плотные шторы. Эти шторы, ну, такие достаточно плотные. Так, где здесь верх? Или здесь верх? Вот он, верх. Вот такая у нас с вами система. У меня на шторах за 15 тысяч тоже она абсолютно такая же, девчонки. То есть мы крючочки надеваем с вами на петелечки, да, вот на эти беленькие. А веревочками мы можем их собирать с вами и затягивать, как нам нравится, еще параллельно. Так, сейчас сразу веревочку завяжу, а то она у меня убежит. Невероятно красоты шторы. Я прям удивлена на самом деле, что такая красота за такую цену может быть. Вот они. Вот они какие. Смотрите, какие красивые. И они большие, на большое окно подойдут. То есть вот ширина у нас с вами вот какая. Одной шторы, да? А их две. Супер. Все прострочено идеально. Обработано все шикарно. Низ подшит тоже прекрасно. И что самое хорошее, можно сразу себе выбрать длину. То есть ты не выбираешь индивидуальный пошив, не платишь за это отдельно. А там очень много размеров именно штор. Хочешь короткие на кухне, хочешь длинные куда-то еще, как бы вообще без разницы. Так что вот такая вот, девчонки, красота. Покажу вам поближе. Шторы просто изумительные. Я довольна на все 100%. И под шторы в детскую заказала вот такой вот ментоловый плед. То есть покрывало. Смотрите, какая красота. Как они по цвету будут сочетаться. Очень стильно, мне кажется, будет вообще огонь. Так, это у меня покрывало плюш велюр. Велсофт 100% полиэстер. И куда я это дела? Накладную. Нашла. Так, покрывало плюш велюр 1039. В размере 180 на 200. Тоже в детскую на диван. Открываем. И вот как оно выглядит. Оно невероятно мягкое. Пастельные тона, такие ментола. Сейчас пастельные тона тоже в интерьере везде. Они модные, такие зеленого, ментолового оттенка. Оно очень комфортное. Это лицевая сторона. Это изнанка. Подшито все прекрасно. Обработано изумительно. Плед шикарный. Да, Кристюш, тебе нравится? Она сейчас в таком же костюме лежит, в таком же цвете, как этот плед. У нас ментоловая вечеринка, слушайте. Плед вообще шикарный просто. И стирать в машинке его будет хорошо. Замечательно. Стала, кстати, декоративные наволочки тоже в ментоловом оттенке. Не нашла на диван, но нашла вот такие симпатичные кыски. Кыски. И это у нас материал полулен на молнии кошки 45 на 45. У нас есть такие подушки. Я тоже наволочки заказывала в Васильке. Опять у меня накладная все время уходит в сторону моря. Так. Ага. Декоративная наволочка 249 рублей, одна штука, полулен. Мне нравится качество именно полульна. Оно такое достаточно износостойкое. Ну и на ментоловом покрывале, мне кажется, они тоже будут смотреться очень красиво.
нежненько, стильненько. Вот такие наволочки. Одену, вам покажу. Они достаточно такие плотные, немножко грубенькие. То есть, если кто любит материал типа сатина, нет, это не ваша история, но я его терпеть не могу. Поэтому вот это моя история. Я люблю такой материал. И принт красивый детский. Здорово. И последняя позиция, точнее две позиции, это костюм, девчонки. Вот этот костюм Василек я хоть и ношу, не снимая вообще, потому что он действительно крутой. Он стройнит, в нем легко, в нем тепло, правда. Сейчас вот уже мороз, я пододеваю колготки. А так я в нем и гоняю, потому что ну, он изумительный, он комфортный. Я не снимаю его практически вообще. Но решила заказать себе потеплей. Брюки женские Арктика, увидела в Инстаграм, у них новиночка вышла, вышли новые костюмы. Сейчас еще пополнение коллекции. Кто не подписан на Инстаграм Василек, подписывайтесь. Ссылку оставлю под видео, там все новинки выходят первыми. Обалденные, теплые на зиму костюмы. Брюки женские Арктика, пыльная роза. И толстовка женская Арктика, пыльная роза. Но они продаются не костюмом, а можно собрать. Можно даже верх другой взять. Там на выбор вообще модель именно толстовки другая есть. Брюки взяла в 58 размере, 999 рублей. Не было в 56-м, был либо совсем маленький, либо большой, потому что я хотела 56-й. Но думаю, не сильно будут велики. И толстовка женская Арктика, 1367, в 56-м уже взяла, там размерный ряд был. Так, вот так вот выглядит цвет, да? И давайте смотреть. То есть весь костюм получается у нас с вами 2300, да? За такую цену вы нигде не купите такой костюм. Это флис. Он теплый, он зимний. Точнее, это начес, наверное, да, начес. Костюм с начесом. За 2300 вы нигде не возьмете такой костюм. Я вас уверяю, потому что я искала и смотрела все. Пересмотрела. Вот такой он теплый, с начесом. Штанишки. Ой, этикетка, Василек. Штанишки с карманами. Да, Кристюш, что тоже ценно. Резинка прошита. Внизу у нас вот такая вот обычная... Как бы, ну, не резинка, а материал, да? То есть они так заушены к низу. Классно, что резинка прошита. Вот такие вот штанишки. Будем сейчас все с вами мерить. И толстовка. Мне очень понравился цвет. Ментоловый тоже красивый костюмчики. Но у меня у подружки ментоловый костюм на ней ходит. Поэтому одинаково будем ходить как-то не очень хорошо. Так, этикетка вот упала. Как раз Василек у нас теперь такой вот бренд. Видите, 58 размер. Василек, QR-код. И вся информация. Ну и теперь толстовочка, тоже с этикеткой, но здесь уже 56 у нас с вами размер. Да? И вот как она выглядит. Белая шнуровочка, капюшончик. Модель оверсайз, мне кажется. И кармашки сбоку. Он уже не один такой у нас, а два кармашка сбоку. Кстати, хорошо, очень удобно. Вот такая толстовка. Капюшончик объемный. Белые веревочки, все с начесиком, все тепленькое, хорошо. Так, рукавчик вот как скроен. На конце как резиночка тоже, и внизу тоже как резиночка. Очень классная моделька, теплый, цвет красивый. Давайте мерить. Села плед на диван, положила наволочку, смотрится все равно красиво. Ну, не наволочку, а подушку уже. Смотрится красиво, стильненько, прям здорово, мне очень нравится. Сейчас отойду, чтобы тень вам не создавать. Так, смотрите, какой он классный. Очень мягенький, очень комфортный. Здорово так выполнен. Я люблю такие вещи в последнее время. Вот она подушечка. Из полульна тоже, видите, как выполнена, из какого материала. Достаточно долговечные. С крысками смотрится прям здорово. И просто ментоловый сочетается прям идеально. Надо отбирать у Ксюши этот плед. И вот они, шторы. Вот эта гамма мне безумно нравится. Я как их повешу, я вам обязательно еще раз покажу, продублирую, как они смотрятся в комнате вместе с этим покрывалом. Я думаю, будет здорово. Сочетание цветов потрясающее, очень стильное. Вот поближе вам показываю материал, да, чтобы вы понимали, вот, из какого они выполнены. То есть это достаточно плотный такой материал. Цветопередача стопроцентная, как хорошо они обработаны. Вот такая у них изнанка. Достаточно плотный материал, еще светленькую какую-нибудь, может быть, даже кремовую. Тюль сюда будет очень стильно и красиво. То есть в Васильке можно собрать интерьер для дома. Крутой, действительно крутой. Какой комфортный костюмчик, девчонки. Вот теперь на зиму вообще готова основательно гулять с коляской. Даже веревочки такие длинные. Так. Блин, мне кажется, я веревки бы даже вытащила, слушайте. Не знаю, может пригодятся, они в принципе не нужны. Расцветочка классная.
Супер. Кармашки. Вот смотрите, 56 размер, мне можно было брать 52 вполне. Потому что эта моделька, она оверсайз. Но он так и носится, этот костюм, конечно, когда он в обтяжку, нехорошо. Рукав на мой рост 1,69 м, наверное, я где-то сейчас вот. Параметры мои часто вы спрашиваете, поэтому я теперь постоянно вам озвучиваю их. Где-то 112, грудь, талия 89, 88, наверное, сейчас бедра тоже где-то 112, может, 111, давно не замерялась. Вот так. Беру себе всегда на побольше, но можно было точно вот на размер поменьше можно было брать, потому что это моделька оверсайз. Так, Кристюшка ножками тут болтает в кадре. Длинная кофта. Я сейчас вам покажу получше, как это все дело смотрится. Она действительно длинная, она скрывает попу. Отлично просто скрывает. Кармашки очень удобные и глубокие. Телефон сюда большой поместится, и все. Вообще класс. Смотрите, какая она свободненькая. Да, и рукав. Все отлично. Все тепло, все здорово. Так. Вот издалека, как смотрится костюмчик, да? Действительно длинная толстовочка. Карманы в штанишках тоже глубокие. Рукав у нас с вами получается такой, видите, как скроен, как он... Летучая мышь, не знаю, как он называется, правильно, девчонки, напишите. Ну, вообще классный костюм. Вот все-таки сейчас таких костюмов полно, но они все равно отличаются по качеству. Все равно, как ни крути. Полный рост. То есть длина штанин тоже все отлично. Даже есть еще небольшой запас. Вполне себе такой. Да? Штанишки высокие. Все отлично, будет очень тепло. Да, конечно, и дело. Конечно, конечно. Костюм огонь. Кристюша заценила. Шонечку мы еще с вами не посмотрели. Как выглядит. Так. Хорошо, вот так шейку можно закрыть. Без шарфика даже ходить. Капюшон достаточно большой. То есть у меня крупный череп, скажем так. Мне даже шапку себе нелегко подобрать. А в этом капюшончике, слушайте, прям огонь. Не, классный, хороший, тепленький, хороший. Вместо шапочки одел зимние кроссы, одел пуховик, все, пошел гулять. Тепло, комфортно, хорошо, не надо 100 одежек всяких одевать. Теплая вещь, универсальная одна, и все, и в пир, и в мир, как говорится, и в добрые люди. Слушай, я очень довольна, костюм вообще потрясающий. Ну и на этом все, мои хорошие. Ссылки все полезные под видео. Ссылка на интернет-магазин «Василек», на все вещи, если на момент выхода видео они будут в наличии, я обязательно оставлю. Проходите, знакомьтесь, смотрите также на Инстаграм Василек. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.